Парень, первым номером постараться поиграть. Первым номером не отваливать. Да, уже если на пересменке, там начинаем строить, да, оборону. Внимательно вспоминайте. Так, первым номером все, всегда третий у нас, третий, если в углу борьба идет, третий на вершинке, ребят. Поработать без прокатов. Давайте, присели, парни. Сейчас опасно, и вот сейчас Амур открывает счет в матче. Павел Дедунов забивает в большинстве. 1-0, Амур выходит вперед. На лотике! Сейчас, ребят, вот с трибуны пришли люди и сказали, что команда пешком-то ходит. Мне, может, так и не кажется, но, ребят, не все включились в игру. Еще раз говорю, ребят, мы вышли играть против соперника, неважно, кто там выходит против нас. Неважно. Да, вы что думаете, там молодежь, им не надо пробиваться в состав, доказывать что-то. Ребят, всем проникнуться, всем! Всем проникнуться результатом, ребят. Доставать из себя, доставать. Если игрок у нас с шайбой, игрок, опять же, подкрикивайте. Игрок шайбу принимает, где-то, может, спиной не видит. Подкрик, бегите на продление ему. Чтобы у нас поступательное движение было, а не то, что мы из зоны выходим, потом опять в зону. Смысл тогда? Давайте. Будем накладывать смену. Давай, пацаны, давай, проснулись. Ребята, все идем, надо организованно идти! Дедунов возвращает Ушенина, и пас на пятак, Вячеслав Ушенин, 2-0. Братья Ушенины, Клюев, Дедунов прекрасно все разыграли. Держим такой темп, ребят! Пас, обрезайте! Лукин пытается прорваться и забивает! Ну вот, пробили у Финца наконец и Ланхамера. Двигаемся в зоне, двигаемся, о чем говорили. Так, скажу, по сетке и в воротах Гаджков забивает из-за ворот. Парни, тяжелый матч, о чем и предупреждали, тяжелый матч в плане и психологии, психологического момента. Но, ребят, еще раз говорю, да, тут дело даже не в психологии, не все проникаются в ситуации, не все. Никого не хочу, еще раз говорю, обвинять, ребят, там, тыкать пальцем. У нас все-таки команда, и мы должны быть командой. Если вы поймете, что скажешь, что мы должны быть командой. Тогда и будет результат. Да, результат сегодня есть, и на сегодняшний день это главное, да. Но игру, ребят, игру надо вести. То есть, хорошо, что, да, выиграли, за это благодарность, парни. Но, мужики, еще раз говорю, проникнитесь, 5 игр осталось. Да, сегодня после травм вышли, где-то кто-то еще не в своей тарелке. Но, ребят, бойцовый характер у вас никто не должен отнять. Давайте готовимся к следующему матчу. As I was growing up, then I started to play soccer, and then the hockey arena was right across the street there, so I tried to put on the skates. Started as a player. I thought it was
pretty good, but that was the one day when my dad bought me hockey gear, like a player's gear. And that day, I remember all of a sudden, I don't know what came through my mind, but I just went up to him and said, "Dad, I want to try to be in the net." And you can imagine his reaction after he just bought me the whole gear. One day, he just asked me that there could be an opportunity for me to come here, and caught me off guard a little bit, to be honest. But I said, well, okay, I'll take it. Why not? You know, this is a big chance for me, so why wouldn't I take it? I didn't play for a while, and then I got a chance to play against a good team, and unfortunately they scored two goals that sometimes as a goalie you can't even do anything. And I thought that, especially the second goal, it was just like I was there, but they made a good play. And it happened, so I try to stay positive and move on. You know, I put in hard work, and then I got a second chance against Kunlun, and then that game turned out to be a lot better. So that stress, I kind of shook off that stress after that game, and it was a lot better since then. Рудюрков, бросок, гол. 2-0, Александр Горшков. Парни, минутку. Ребят, сейчас нужно как можно больше упростить игру. Мне сегодня вот прямо перед игрой дочь маленькая написала: папа, выиграйте сегодня, пожалуйста. Знаете, а я вот все по сегодняшней игре, у нас других вариантов нету. Других. А я ей пообещал, что мы сегодня выиграем. 5 минут осталось на каждом. По 5, ребят. Но опять же, помните, наша проблема третьих периодов сейчас. Сейчас самое главное начало. И парни также без компромиссов будут провоцировать там Яна, там Виталика, особенно защитников будут провоцировать. Ребят, в ответ улыбнитесь, ответьте. Нам не нужны удаления. Не только защитникам. Вообще, ребят, сейчас сыграть дисциплинированно период. Дал нам удаление с их стороны. Сейчас будут у нас смотреть. Тем более мы там напрягали их. То есть внимательно, дисциплинированно сыграть. То есть, парни, давайте, 20 минут отпахали все как один. Давай, поехали. Так же хорошо катаемся. Мужики, давай, блядь! Загорно. Ты такой бросок. Файзули! Амур! 3-2 выиграли. Thank you.
где-то в душе понимаю, что это такое. Это боязнь где-то есть не проиграть матч. Вот это выкинуть из головы, так как вы играли два периода, если бы мы работали так же третий период, проблем бы не было, мы бы еще забили. Давайте вот думать, ребят, об этом. То есть хороший матч проводим, хороший матч был. Никто сегодня, я имею в виду, даже те там ребята, может, кого-то мы там подсадили, опять же, они опять же хорошо сработали. Ну и бывают такие моменты, что надо перейти на какие-то меры. Но тем не менее, пацаны героически, опять же, героически его вытащили. То есть два очка, они есть два очка, два очка в копилке, парни. То есть идем по графику, парни, с победой, молодчики. I saw a picture of the arena. I don't know when this picture was taken, but the arena, these seats behind the benches were full. I wish it was like that every game. But you gotta start playing better. Играть дома в это свою команду – это совсем другие эмоции, потому что тебя вокруг все знают. Ты уже провел много лет здесь. Прожил в городе Хабаровске, поэтому это какие-то отдельные эмоции, которые добавляют еще каких-то сил, наверное, на площадке. Все, наверное, правильно сказать, просто так не приходит. И тренировки, там, не знаю, семья меня постоянно поддерживает. Когда выходит на смену, сразу все внимание, естественно, на площадку. Все слежу только за Пашей, как он, чего переживаю. Естественно, болею, чтобы забивал, чтобы вперед шел. Я в нем вообще никогда не сомневалась, знала, что, на что он способен. Очень рада, что у него появилось время, он смог себя показать, проявить, на что он способен. Ну и вот, и результат налицо. Нет такого, что к какому-то матчу мы готовимся, к какому-то нет. Любой матч для нас важен. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, показать достойный результат, потому что мы играем в первую очередь для болельщиков. И делаем все, чтобы им хоккей нравился. Вот, попытаемся сделать это в очередной раз. Сразу же шайбу, тут от борта и гол! 2-0 в пустые ворота, вот так!